Группа Гомельской областной инспекции охраны природного и растительного мира задержала браконьера на затоне реки Сож вблизи деревни Карповка Лоевского района. Им оказался гомельчанин, ранее не привлекавшийся к ответственности за запрещенные способы рыболовства. На момент задержания он орудовал сразу тремя сетями, общая длина которых составила 100 метров. Гражданин незаконно добыл 71 особь рыбы, чем нанес вред природным ресурсам в размере 230 базовых величин. В конечном итоге вместе со стоимостью гражданину придется возместить около 6 тысяч белорусских рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь.